16 сентября в КДЦ «Ижорске» прошел второй Колпинский деловой форум. Мероприятие началось с концерта для всех жителей Колпина. После музыкальных выступлений слово предоставили вице-губернатору Санкт-Петербурга Сергею Николаевичу Мовчан. У нас есть колоссальная составляющая, которая называется промышленностью нашего города. Не просто будем говорить о достижениях, которые есть, а на панельной дискуссии будем говорить о тех вопросах, которые еще тревожат не только промышленников, но и предпринимателей, поэтому это тоже очень большая сила. Свои поздравления и пожелания высказал инициатор форума, глава Колпинского района Анатолий Анатольевич Павелий. Наши предприятия не просто где-то теплятся чуть-чуть, а наши предприятия идут вперед, идут, развиваются, делают, производят революционные модернизации. У нас не изменились никакие цифры в сторону занятости труда. После официального открытия участники форума посетили выставку инновационной техники, в которой принял участие и Центр детского юношеского технического творчества. Несколько десятков предпринимателей, бизнесменов и организаций представили свои направления. На пленарном заседании глава администрации поставил цель перед участниками форума. Команда нам нечего делить. У нас есть только одна общая цель – это сделать жизнь людей на этой территории комфортной, а в частности касается делового сообщества, сделать благоприятный инвестиционный климат. Открытый диалог бизнеса и власти прошел в свободной форме, в прямом смысле без галстуков. Были озвучены все проблемы и возможные пути их решения.